Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать вам об автомобиле Mazda. Пятерка. Полноприводный внедорожник японской фирмы Mazda. Вот, пожалуйста, представлен перед вами. Литые диски, резина на 19, травмобезопасные ручки, коробка-автомат. В зеркалах поворотники. Довольно-таки приличный автомобиль. Да, вот. CX-5 AVD. Дорогие друзья, желаю вам здоровья, самое главное, и безопасной езды. Всего вам доброго.